На днях юнармейцы получили свои первые удостоверения. Для них этот документ как своеобразный паспорт. Только в отличие от краснокожей книжицы, в этот документ заносятся все их личные победы и достижения. Подробности смотрите в сюжете. Движение юнармейцев объединяет 700 клинских ребят. Отряд сформирован практически в каждой школе. Юнармейцев отличает собственная эмблема и форма. А год назад организация учредила удостоверение книжки. Это своеобразный дневник-регистратор личных достижений участников движения. С первой записью в книжке многие ребята уже определились. Победа в юнармейском слете. Я буду стремиться к записям о победах в разных олимпиадах, конкурсах, а также благодарственных записях. На днях во второй гимназии удостоверение юнармейцев получили 30 самых активных. Особое событие потребовало особой торжественной обстановки. Мне хочется нас всех поздравить с этим знаменательным событием. Вы получаете книжку. Мы радуемся тому, что молодежь примыкает, что она видит себя активными, смелыми, спортивными, добрыми, чуткими и очень внимательными людьми. И пусть будет так. Идею юнармейского движения Клин подхватил один из первых в регионе. С тех пор ребята в краповых беретах – активные участники всех окружных мероприятий. Они участвуют в волонтерских и благотворительных акциях, помогают ветеранам, ведут агитационную работу. Такая деятельность меняет ребят в лучшую сторону. Стараюсь где-то кому-то помогать. На мероприятия хожу всевозможные. Сам занимаюсь спортом, проявляю достаточно активную гражданскую позицию. Повзрослел. Наверное, как и по паспорту, и морально, физически, наверное, и патриотически. Ну, как-то изменилось мое мнение по поводу, моего мировоззрения. Теперь я готова намного больше помогать людям. Мне очень интересны волонтерские движения. Мне это очень нравится. Торжественно вручать книжки юнармейцам продолжат. Следующее намечено на 23 февраля – День защитника Отечества. Галина Азарова, Иван Першин, Дмитрий Кириллов. Новости дня.